На продовження ефіру 9 каналу актуальне інтерв'ю. Рідко останнім часом говоримо про культуру, на жаль, переважно через карантин. Але сьогодні маю чудову нагоду і чудову гостю. Ольга Скуратовська, музикознавець, педагог музичної школи номер 6 нашого міста і анімаційної студії «Педагогіка». Добрий вечір, наші гості. Давайте начнем. Мы с вами немножечко пообщались вот перед эфиром. Музыка и дети. В моем детстве практически каждый второй, ну, третий ребенок, да, ходил в музыкальную школу, заканчивал, получал начальное музыкальное образование. Сегодня классическая музыка и дети. Классическая музыка насколько популярна у деток? Ну, и, в общем-то, у взрослых тоже. Добрый день. Мое детство было таким же, и многие мои сверстники учились в музыкальной школе, играли на разных музыкальных инструментах, и радует, что сейчас тяга родителей к тому, чтобы обучать детей музыке, тоже сохранилась. Конечно, времена меняются, многое уходит в прошлое, и какие-то традиции пересматриваются, переосмысляются, но все равно есть потребность у взрослых людей приобщить детей к прекрасному, дать им, может быть, доступ в тот мир, в котором есть красота, есть что-то настоящее, подлинное, есть то, что оставило человечество за многие века своего существования, то лучшее. И, разумеется, родители хотят, чтобы дети вошли в этот мир. Другое дело, что, может быть, традиционные методы, которыми раньше их вводили, иногда втаскивали в эту дверь, сейчас не всегда работают. И я, кстати, вот за 30 лет своей педагогической практики встречалась с очень многими взрослыми, которые прошли путь традиционной музыкальной школы, традиционного музыкального образования, и говорили о том, что в детстве они не хотели заниматься так, как их учили, не хотели те требования выполнять, протестовали, там, забивали крышку фортепиано и больше не хотели никогда возвращаться. А потом, когда выросли, поняли, что было упущено что-то. И даже сетовали на то, что родители, может быть, не настояли и не довели их до какого-то результата. И со своими детьми они бы хотели теперь как-то иначе поступить. Понимают, что это важно, нужно, но хотят как-то по-другому, ищут другие какие-то варианты. В музыкальных школах сейчас идет такой процесс обновления и программ, и методик. И, конечно, все педагоги заинтересованы в том, чтобы ребенка заинтересовать, увлечь и не насильно привести в музыку, а все-таки найти в них душевный отклик. Труднее всего, конечно же, классики, потому что выйти на эстраду даже с минимальным каким-то набором навыков и умений, в общем-то, наверное, не так сложно, и многие педагоги успешно в этом работают, и современные все вокальные конкурсы, и все телевизионные шоу, они как раз рассчитаны на то, чтобы дети себя свободно чувствовали на сцене, чтобы они раскрывались, чтобы они как-то смелее себя ощущали, проявляли свой голос и дерзали в этом. Гораздо сложнее, конечно, привести в мир настоящей музыки, музыки со смыслом, музыки, в которой не столько развлечения, не столько, может быть, удовольствия такого поверхностного, сколько душевной работы, очень много душевной работы. А вот раскрыть этот мир и показать, как можно слушать музыку, как ее воспринимать, и как сделать так, чтобы она потом с тобой была всю жизнь, вот это, конечно, гораздо сложнее. И, я знаю, что вы это делаете, и есть специальные проекты для этого, да? Да. Расскажите. Да, мы 20 лет назад с моим супругом Владимиром Ильичем Скуратовским задумали программу, в которой будем знакомить с классической музыкой самых юных слушателей. Нам даже, точнее, предложили попробовать такой проект осуществить. С тех пор, в течение 20 лет, он проходил на разных площадках. Какое-то время он был в библиотеке Еврейского общинного центра, потом был в музее литературное Приднепровье. И вот последних уже лет 12 мы проводим концерты в арт-центре «Квартира». И а что значит знакомить с классической музыкой? Дать послушать? Ну да, рассказать. Казалось бы, можно просто включить, да, и дать послушать или даже в живом исполнении. Мы поначалу думали, что достаточно нашего увлечения, нашей любви к этой передадим. Теме. Да, мы придем, сыграет Владимир Ильич замечательно, ну, абсолютно прекрасно это выполнит. Я расскажу увлеченно о музыке, мы такую беседу проведем, и
все будет замечательно, детей влюбим, и они будут дальше с нами. Ничего подобного. Мы пару концертов на таком энтузиазме провели, потом стали задаваться вопросом, почему как-то дети не воспринимают, они вертятся, почему-то они не слушают, отвлекаются все время. Стали искать какой-то новый метод и поняли, что с навыками взрослых концертов сюда не нужно приходить, здесь нужно нарабатывать свою методику. И мы такой метод разработали, в течение 20 лет его успешно, в общем-то, внедряли. И могу сказать, что не только наши дети, наша какая-то постоянная более-менее аудитория, привыкшая к таким концертам, реагирует на подобный посыл. У нас были достаточно успешные концерты, гастрольные концерты, и в городах Украины, и России, Израиля, Германии, Австрии. Мы, в общем-то, концерты выездные такие делали, где дети не были с нами знакомы, и там, в общем-то, это тоже работало. Удавалось создавать, пусть даже на час, с небольшим, вот такую атмосферу, где дети доверяли ведущему, где они воспринимали, они откликались, они проявлялись эмоционально, и они слушали. Они умели создавать и беречь тишину, в которой звучит музыка. А это что очень делали важно. Во время проекта? Вот рассказываю. Мы стали думать, может быть, стоило бы оставить вообще детей наедине с музыкой, просто им играть что-то приятное, такое мелодичное, и пусть они возятся, играются сами как-то, где-то прислушаются, где-то нет. Но потом, видимо, все-таки сказался наш музыковедческий гонор какой-то, потому что мы сами очень любим классическую музыку и своих учеников, уже взрослых людей, подросших людей обучаем слушать осознанно, внимательно. И, конечно, не могли себе позволить, чтобы и в таких концертах музыка просто была неким комфортным фоном. Поэтому о каком возрасте детей? Речь идет о возрасте 3-8 лет. Угу. А поскольку часто к нам приходят и мамы с более младшими детьми, там, с грудничками совсем, то понятно, что надо было что-то такое изобретать. И мы потихонечку пришли к формату таких авторских сказок, в которых мы берем придумываем какой-то сюжет. Сюжет, навеянный, может быть, фольклорными сказками, может быть, сезонами природы, основан на каких-то актуальных для детей вопросах их общения, общения в семье, общения с друзьями, их каких-то представлений об окружающем мире, может быть, даже какие-то психологические аспекты, какие-то эмоциональные моменты поведения ребенка, где-то ситуации, где нужно выбор совершить какой-то. То есть вот все это как-то так замешивалось, и музыка оказывалась внутри вот такого сюжета, где мы что-то рассказывали словами, а что-то музыкальными звуками, музыкальными пьесами. И получалось так, что музыка, она сама себя заставляет слушать. То есть ребенок, слушая историю, он включается в некую интригу и, может быть, ответ на какую-то ситуацию или продолжение ее слышит именно в музыке, в музыкальных образах. Конечно, в таких концертах прежде всего пьесы детского репертуара вошли, то есть детские альбомы Чайковского, Шумана, Прокофьева, у Владимира Ильича Скуратовского есть детский альбом, и одна из первых сказок как раз была по его музыке. И потом стали как-то смелее добавлять музыку композиторов, которые вроде бы для детей напрямую не писали, но образы музыки созвучны детскому восприятию. Это и музыка Грига, и музыка Шопена, Баха, и Моцарта, и Гайдна. И родились даже несколько замечательных сюжетов, посвященных именно композиторам. У нас есть чудесная сказка «Гайдн и попугай», где реальные события, факты из его жизни рассказываются, мы как бы такой вот образ эпохи создаем, и там множество разных игровых моделей включено в концерт, потому что концерт — это не только пассивное слушание. Второй еще важный момент, помимо сказки, помимо интриги какой-то, это то, что дети не могут долго сидеть и слушать музыку. Они музыку пропускают через свое тело, им нужно телесно, движениями, игрой на инструментах, исполнением чего-то, танцами какими-то, играми, откликаться на музыку. И мы, в общем-то, включаем это очень смело в наши вот такие концертные сказки, и с удовольствием мы с семьей, поскольку дети с родителями приходят, мы поем такие семейные каноны, мы играем на самых разных шумовых музыкальных инструментах, танцуем, двигаемся и включаем в это массу, в общем-то, интересных каких-то таких идей. И вот тогда получается результат. Дети слушают, дети запоминают, дети реагируют, дети вырастают на этих концертах. И могу сказать, что вот за эти 20 лет
около 500 концертов мы провели. И, конечно, это сотни детей, но не могу сказать, что это прям какие-то безумные количества, потому что к нам приходит постоянная некая публика, и дети вырастают в течение многих лет на этих концертах. И сейчас у нас даже есть две возрастные группы для тех, кто начинает только вникать в этот, входить в этот мир, и те, кто подросли, уже разбираются, уже компетентны в некоторых вопросах. Даже могу сказать, у нас появилась третья возрастная группа — родители, которые в какой-то момент почувствовали, что дети уже больше знают, чем они, на эту тему. Да, и сказали, нам тоже какой-то ликбез нужен. Поэтому уже вот несколько лет подряд мы с Владимиром Ильичем, теперь я уже сама провожу программу «Музыкальный ликбез», где мы с взрослыми проходим, в общем-то, такой путь от самых азов музыки, от музыкального языка. И дальше по эпохам, вот мы уже дошли до эпохи классицизма, сейчас будем говорить о Бетховене. И это тоже пошаговое такое вхождение в музыку, в ее язык музыкальный, понимание, осознание, ну, может быть, действительно осознанное восприятие той красоты, которую слышат все. Но вот как она устроена, по каким законам гармонии она живет, вот это мы пытаемся создавать и со взрослыми тоже. И могу сказать, что опыт детской филармонии здесь тоже очень пригодился, потому что взрослые, они внутри дети, просто не позволяют себе уже давно ими быть. И часто я на взрослых этих наших встречах применяю те же какие-то методы, идеи, которые с детьми мы, в общем-то, проигрываем. Что-то мы там телом изображаем, где-то мы музицируем, импровизируем немного, поем. И для них это такое открытие, что они могут, что они тоже могут вот творить вместе музыку, создавать ее, пусть даже на каком-то элементарном уровне. Это самые, наверное, позитивные какие-то их ощущения, которые они выносят вот из этих встреч. Ближайшая программа будет для Ближайшая кого? Программа вот будет как раз и для маленьких, и для подросших, и для совсем взрослых. Это будет в воскресенье, у нас будет такая юбилейная. Приглашаю в арт-центр «Квартира». В 11 часов будет совсем для маленьких, в 12:30 для подросших и в 3 часа для взрослых музыкальный ликбез. Это будет юбилейная программа. Мы будем опять слушать музыку в живом исполнении, попадем в страну музыки и будем двигаться дальше. Надеюсь, что сезон новый и не один нам еще предстоит. Спасибо вам. Я желаю вам такого движения. Я желаю вам новых участников. Спасибо. И пусть они становятся фанатами классической музыки. Да. Да, человек есть то, какую музыку он слушает. Спасибо за участие. Спасибо. Ще раз дякую нашій гості. Ольга Скуратовська, музикознавець, педагог музичної школи номер 6 нашого міста. Маєте музичне запрошення на неділю. Приходьте. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.